Друзья, всем привет! Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. Вы на канале Крисан, с вами Кристина. Я заказала для себя довольно интересный бокс и хочу с вами поделиться своей находкой. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной, продолжайте смотреть. Приятного просмотра! Не забывайте нажать на кнопку подписаться и обязательно выделить это все колокольчиком, чтобы не пропускать мои следующие ролики. Ну и конечно же заглядывайте в мои социальные сети, потому что там жизнь у меня кипит и бурлит еще больше. И я надеюсь, что вам там очень понравится. Все ссылки будут под видео. Я нашла интересный сервис, прошла тест, подробно ответила на все вопросы формы и сформировала свой набор масок. Тканевых и не только, для лица и для волос. Мне была отправлена посылка, это такой небольшой, очень приятный, красивый девчачий белый бокс с розовой ленточкой. Я обожаю сюрпризы. Я не знала содержимое бокса до того момента, пока мне его не отправили. Когда сформирован бокс, формируется ваш индивидуальный календарь красоты. Это очень полезно и интересно. Давайте посмотрим, что сервис для меня упаковал. Давайте все же я вам расскажу, что такое InviPlan более подробно. Это набор масок для лица на целый месяц. Подбирается он специально под ваш или мой тип кожи. Чтобы заказать набор, нужно пройти небольшой тест на сайте сервиса, выбрать доставку и оплатить коробочку. Все очень просто. Не нужно больше думать, что же попробовать, читать отзывы. А просто каждый месяц наслаждаться новой косметикой, которая будет индивидуально подобрана под вас, с детальным календарем, планом использования на целый месяц. Сервис работает по подписке, которую легко отменить в любой момент. Доставка обычно производится либо курьером, либо до пункта выдачи. Стоимость коробочки примерно 2100 рублей. Смотрите, после того, как вам отправляют бокс на почту, которую вы указали при прохождении теста и оплате, вам приходит вот такой вот бьюти-календарь, состоящий из двух частей. В верхней части календаря указаны все маски, которые вам пришли по прохождению вашего теста. А вторая часть – это вот такой вот календарь, где указаны все маски, которые вам пришли, и когда их нужно использовать, с небольшими рекомендациями вот здесь внизу. И вот в этой части указано, что если вы продолжите подписку и будете отмечать данный сервис в Instagram, то вам будет приятный бонус и подарочки в следующей коробочке. Вот так вот он выглядит, очень так лаконично, красиво. Ну и давайте перейдем уже к наполнению. В боксе была вложена вот такая вот открытка. В принципе, с той информацией, которую я вам уже рассказала. И также здесь написано, что в каждом втором боксе будет дополнительный продукт в подарок. Так, давайте смотреть. Во-первых, здесь есть вот такой вот леденец. Он, скорее всего, идет в подарок. Я думаю, это супер органический и очень полезный. Ну, по крайней мере, на нем написано, что Organic Pop. Я обязательно посмотрю в интернете, надеюсь, что он полезный. Потому что я сейчас тщательно стала следить за своими зубами. Дальше. Это маска Dr. Chart. Она направлена на глубокое очищение и сужение пор. Кстати, если интересно, обязательно пишите. Будем на каждую масочку снимать отдельный тест-драйв или на весь бокс. В принципе, мы можем снять тест-драйв вместе с вами. Так, дальше. Мне попадается вот такая вот масочка. Маленький пакетик. Это Холика-Холика. Пузырьковая маска, которая очищает поры. Ее нужно наносить на очищенное лицо на 15 минуточек и смывать водой. То есть здесь инструкции нет, не приклеено, но в бьюти-календаре здесь есть информация, написано, как ее использовать, что, несомненно, очень классно и радует. Позаботился о нас сервис. Дальше два пакетика вот такой вот питательной маски. Это фирма To Call for School. Ночная маска, питание и ровный тон кожи. Я еще такую даже в наших магазинах не встречала. Обязательно буду пробовать. Она идет с тыковкой. Дальше. Вот это, скорее всего, подарок. Black Skin Collagen. Я еще обязательно подгуглю все, посмотрю, как использовать. Ну, по крайней мере, в календаре ее нет. А, кстати, в календаре предыдущая маска, вот она указана,
что одной маски на одно применение хватает. Дальше, вот это тоже небольшой подарок. Кисточка для нанесения маски. Давайте посмотрим. Queen Air фирма. Ну, у нее немножко вот здесь торчит волосочек, мы его обрежем. Она, кстати, довольно мягкая и очень приятная. Уже, наверное, в подробном тест-драйве я посмотрю, как ей легко, нелегко наносится маска, комфортно, некомфортно. Вот. Такой продуктик тоже в подарок положили. Может, кстати, он идет во всех коробочках, потому что удобно наносить дальше разные маски. Итак, вот такая рукавичка. И смотря на свой календарь, я понимаю, что это тоже очередной подарок. Так, что здесь пишут? То это отшелушивающие диски с зеленым виноградом. Я вообще пробовала такие, и мне понравился принцип использования. Не пробовала конкретно от этой фирмы Фрудия. Надеюсь, я правильно произнесла. Вот, такая масочка, тоже как приятный бонус. Далее, вот эта маска точно есть. Village Eleven Factory. Двухшаговая маска, отшелушивание и увлажнение. Вот здесь шаг один и шаг два. Думаю, что здесь очищающая эссенция, а внизу это уже тканевая масочка. Все маски, кстати, продублированы с инструкцией на русском языке, что очень-очень важно и полезно. Следующая маска — это Верджама с экстрактом чайного дерева, успокаивающая, которая имеет еще антибактериальный эффект. Ну, масло чайного дерева супер полезно в этом смысле. У меня немножко проблемная кожа, поэтому я и в тесте это указала. Увлажняющая тканевая масочка от фирмы Apio, маска с кальцием. Вот так она выглядит, очень красивая такая. Мое любимое сочетание — розовый с белым, красиво так сочетается. Вот такая вот масочка — это Ладор, увлажняющая маска для волос. Блеск и увлажнение сухих и поврежденных волос. Вообще сервис вроде как идет с масками для лица, но в тесте были вопросы по волосам. Я даже почему-то не удивилась, и вот такую вот масочку мне положили на пробу. От Ладор я пробовала пока только филлеры, осталась довольна, но будем пробовать еще масочку. Масочка Secret Land Beauty Co. Это грязевая маска для эффективного очищения пор. Вот здесь, я думаю, очень даже пригодится кисточка, которую положили. Вот такой вот здесь интересный дозатор. Я еще пока с таким дозатором не пробовала ни кремы для рук, ни ног, ни маски, ничего. Так вот она выглядит. И здесь, по-моему, тоже есть на русском языке инструкция. Aesthetic House патчи, увлажняющие для увлажнения и свежести кожи вокруг глаз. Там вот, чувствую, есть корыца с патчами. Вот оно ездит. Если интересно, обязательно с вами попробуем. Если не хотите тест-драйва, если мало лайков наберется, то сниму в Instagram в своем бьюти. Так что, если что, подписывайтесь, ссылочки в описании. В принципе, на этом все. Я довольна, хочу попробовать уже какую-нибудь маску. Обязательно с завтрашнего дня начну пользоваться бьюти-календарем, и именно по нему буду делать все маски. Я надеюсь, вам понравился данный ролик. Если это так, не забывайте оценить его пальцем вверх. Ну и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать следующие ролики. С вами была Кристина. Желаю вам красоты, улыбок и тепла. До скорых встреч. Пока-пока.